после того, как Максим Галкин публично сообщил, что покинул Россию из-за гражданской позиции, журналисты и СМИ не перестают следить за ним. Юморист относится к этому с иронией. 46-летний Максим Галкин рассказал, что читает российские СМИ и удивляется тому, что о нем пишут. Из лжи про меня в нашей прессе можно уже хит-парад составлять. Каждый день очередная ересь. Некоторые заголовки прямо пародия на желтую прессу. Приведу тут несколько, сообщил супруг Аллы Пугачевой в личных соцсетях. В пример он привел несколько скриншотов, на которых запечатлел заголовки статей, там есть слова о покушении, комментарии друзей и экспертов, описание его пребывания за границей, а также упоминание Аллы Пугачевой. Отметим, что Максим Галкин уехал из России в конце февраля, выразив таким образом протест против политических событий в стране. Юморист вместе с детьми и супругой оставил замок в деревне Грязь и перебрался в Израиль, сняв шикарную виллу в Кесарии. Он записал ролик, в рамках которого объяснил, он любит свою страну, но ситуация сложилась так, что с ним разорвали рабочие и рекламные контракты, поэтому он поехал в другое место, где его тепло приняли и предложили выступление. У Галкина действительно прошел мини-тур по городам Израиля, о чем он сам отчитался в соцсетях. Шутил он про все, в том числе и про Россию и политиков. Это не очень нравится патриотично настроенным гражданам. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи!